Мам, а как вы раньше жили без интернета? В интонации вопроса дочери слышится не простое любопытство, а скорее сочувствие. Просто дежавю какое-то. Это же было уже много лет назад. Помню, я спросила у своей мамы. Мама, а как вы раньше жили без телевизора? Мое молчание дочь истолковала по-своему и уточнила. Ну, я имею в виду, где вы все узнавали? Где вы игры играли, фильмы скачивали, фотки выставляли? Где вы знакомились? Вот действительно, как мы раньше жили без интернета? Помню, если мне попадалось незнакомое слово, я обращалась к соседке, учительнице. У нее в доме было много книг, а в книжном шкафу на почетном месте стояла многотомная энциклопедия и толковый словарь. В крайнем случае, всегда можно было пойти в библиотеку и найти нужное слово, как золотоискатель находит золотой песок на приисках. Все артисты казались нам небожителями. Да, мы не знали, кто сколько раз и на ком был женат, но разве это было важно? Мы любили их за песни, за роли, за то, что они открывали нам другой мир. А их личная жизнь, окруженная тайной, будила фантазию и интриговала. А в игры мы играли во дворе. Летом неизменная скакалка, мяч, бадминтон, а вечером интеллектуальные игры на лавочке. Отгадай кинофильм, расскажи страшную историю. Особой популярностью пользовалась игра «Казаки-разбойники». Можно было весь день бегать по жаре, выискивая на раскаленном асфальте стрелки. А если на улице лил дождь, то мы всей компанией перемещались в подъезд, где играли уже в шашки или морской бой, в балду или в дурачка. И даже, представляешь, мы вручную раскладывали пасьянс косынка. Ну, и все это шутками, прибаутками, со смехом, глядя в глаза друзей, чувствуя их дыхание рядом. Фильмы мы не скачивали, мы их ждали. Смотрели по телевизору, в кинотеатрах, в 21:30 «Бор замирал». Это время фильма по Первому каналу. А если он был многосерийным, то вся страна переживала за судьбы главных героев. «Вечный зов», «Старая крепость», «17 мгновений весны», «Строгова», «Два капитана», «Место встречи изменить нельзя». Мы знали их наизусть. Серии заканчивались обычно на самом интересном месте. И можно было гадать целый день. Но что будет дальше? После последней фразы. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться?» Или «Ты, что ли, от Фокса будешь?» Другое дело кино. Когда в кинотеатрах показывали новый фильм, за билетами можно было простоять не один час. Поход в кино всегда был событием. Меня наряжали в красивое платье. Перед сеансом мы ели мороженое в буфете кинотеатра. Не торопясь, занимали свои места в зрительном зале. Становилось темно, и начиналось чудо. Я до сих пор не могу понять, какая сила заставляла меня смеяться до колик и плакать, размазывая детские слезы по щекам, глядя на экран. Может быть, это была магия кино и понимание того, что все мы люди, одинаково воспринимающие чужую боль и радость, даже если это всего лишь актерская игра. Ни один просмотр фильма в интернете не вызывал у меня таких эмоций. А фото? Конечно, мои фотки не просматривали миллионы пользователей, не лайкали и не ставили класс. Да и было-то их немного. Все фотографии делились на профессиональные и любительские. Обязательным атрибутом дня рождения ребенка считался поход в фотомастерскую, где делалось высокохудожественное фото. Обычно малыша ставили на стульчик, давали ему куклу или мишку гигантских размеров, обещали птичку, которая вылетит из объектива фотографа. Наверное, поэтому на всех моих детских фото у меня такое ожидающее и напряженное лицо. Игрушку забирали, птичка не вылетала, и часто визит к фотографу заканчивался слезами. Другое дело – домашние фото. Часто они были не лучшего качества, но как же увлекательно было их печатать.
Ванная комната превращалась в лабораторию, освещенную красным светом. На стиральной машинке сели ничем не примечательные жидкости с удивительными названиями «проявитель», «закрепитель» и аппарат, чем-то похожий на самовар. Фотографии хранились в альбомах. Не было лучшего развлечения для гостей, чем перелистывать толстые картонные листы, хранящие память всей твоей жизни. Это вам не кликанье компьютера, где сотни снимков просматриваются за пару минут. Ознакомились мы раньше везде. На улице, в транспорте, в библиотеке, на танцах, в стройотрядах. И представляешь, тогда существовала любовь с первого взгляда. Ты смотрела на своего избранника и буквально тонула в его глазах. Согласись, трудно утонуть, глядя на фотографию аватарку, ну или общаясь в скайпе. А первое свидание, первое прикосновение – это долгое томительное ожидание встречи, когда нет возможности увидеть его на экране монитора, да и просто позвонить на мобильный, даже СМС не отослать. Каждая встреча – как праздник, как чудо, как награда за твое терпение. Сколько было радости в мое некомпьютеризированное время. Я, наконец, вспомнила, что тогда сказала мне моя мама, когда я так же нетерпеливо смотрела на нее в ожидании ответа. А знаешь, дочка, мы тогда замечательно жили.